Анапа – это красивые пляжи, ласковое солнце, теплый песок и чистое море. И в этом заслуга не только природы, но и людей, которые трудятся на благо нашего города и приезжающих гостей. Хлопоты и суета летнего сезона позади. Самое время отметить лучших работников отрасли. Я сегодня вижу в этом зале просто золотой фонд нашего курорта. Благодаря вам, Анапа, в числе лучших курортов Краснодарского края, дорогие друзья. И этот год, конечно, был очень сложный, но... Все-таки наш курортный сезон прошел на высоком, достойном уровне. Лучшие экскурсоводы, шеф-повара, горничные, администраторы, медсестры и коллективы санаториев и пансионатов. Именно их труд – лицо курорта. Уровень обслуживания и сервиса в Анапе высокий. Коллектив отеля «Давиль» работает в этой отрасли всего 2 года, но уже в лидерах. Так как мы есть неотъемлемая часть нашего предприятия, мы помогали в проведении работ коллекторной по очистке источных вод. Также мы очищаем свои пляжи, их устраиваем. У нас является один из самых лучших пляжей города. В следующем году мы его усовершенствуем. И будет, мне кажется, единственное, так сказать, пляж в Анапе. Председатель правления Анапской региональной курортной ассоциации Вера Севрякова искренне поблагодарила всех работников отрасли. Самые маленькие жители города тоже не остались без внимания. Участников конкурса «Мое черное море» всеми доступными видами искусства старались отобразить свою любовь к морю. Победители получили грамоты и подарки. Апогеем праздника стал творческий подарок Краснодарской краевой филармонии.